Ну что, Стас, побывали мы с тобой на Кудыкиной горе. Захотели мы с тобой кого? Дракошка. Так там был не дракон, змей Горыныч. У нас, правда, на этот раз мы с тобой заказали таких вот двухголового. Да? Классный тоже светится. Но все равно мне нравится. Что-то мы трехголового, кстати, сейчас, видимо, их очень мало. Стало не очень популярные они, эти змеи Горынычи. Но все равно двухголового хотя бы нашли. Угу. Эй, привет, друг. А что в этой коробке? Давай будем смотреть. Угу, да. Так, тогда мы становимся сюда. Становись. И такую коробочку мы заказали. И тут у нас... Давай кто? Первого красненького. Давай. И тут у нас тоже драконы очень классные. Угу. Да, смотри, этот такой весь черный, классный. Да, сейчас мы его распакуем. Интересно, у них тут нет названия? Смотри, первый дракончик у нас вот такой. У него темненькие глазки, красный, да, даже он бордового такого цвета. Эх, жалко, рот не открывается. Но вертится голова. Да? Да. Останови сюда. Так, нет, почему-то. Как его зовут? Дракончика. Нет, второй возьму дракон. Давай посмотрим. Это черный. Ух ты. Ничего себе. Какой он! Глаза светятся, как металлический. В смысле? Ну, тоже голова вертится. Давай. А рот не открывается. Но у них всех не открывается. Название у него есть. Доставай следующего. Следующий у нас вот такой красный. Дракончик. Тоже малыш хорошенький. Какое ему название дадим? Ой, какие глазки у него светящиеся. Ну, пупырка. Он весь какой-то пупырка. Привет, дракон пупырка. Так, что? Вау! И тут какой-то вообще сказочный дракон. Он как будто бы из костей. Или из дерева. Ага. Прикольный. Да. Ух ты, какой. Да? Вообще красивый. Ой, какие хорошенькие глазки. Он из костей, кажется, состоит. Ой, а следующий очень похож из этого. Следующий дракона? Да. Сардельку? На сардельку, да, похож. Это другого цвета. Да, другого, но у него такая же моська. Вот какой. Какой хорошенький. Это мы его так и назовем. Сардельки. У него тоже. А у них, видимо, у всех только вертится голова. Но они очень симпатюшные. Очень хорошенькие. Кстати, тут из костей. И остался у нас последний. О, боженьки. Это мой, да, из этой серии. Это мой любимчик будет. Он очень похож на крокодильчика. Ой, коробочка. Не падай. Посмотрите, какой классный. Ой, прям настоящий крокожу. Угу. Крокожушечка. Мам, а знаешь что? Какой красивый. Вот, так. Вот этот вот из костей, который создает. Итак, у нас здесь в этой коробке, да, пришло, это называется. Какие-то просто драконы называются в серии, да? Вот этот вот костяной очень похож вот это вот клюв, его бородышка. Да, это костяной, но мне почему-то он деревянного напоминает. Ну, ну да. Ладно, это будет костяной. Это у нас крокожу. Сарделька. Сарделечка такая. Пупырка. Пупырочка. Я думаю его назвать иголка. Иголка. Это какой-то металлический прям рыцарь. Дракон-рыцарь.
на иголку. Вот этот классный тоже мне очень понравился. Его называют... У него такие зубки тут прикольные. Да, он прям похож на рык. Кто рык? Я рык? Вот таких драконов мы сегодня собрали. Очень необычные игрушки. Очень красивые. Ну, этот нам товарищ тоже понравился. Все, друзья, это все драконы. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть штук было в наборе. Я седьмой и восьмой. Рассчитались. Пока.